Да подойдут, походу, или не подойдут. Может, ему уже формат такой не нравится. Так, вот он, знаешь, мне все. Грохочет гром, меркает молния в ночи, а на холме стоит безумец и кричит: «Сейчас поймаю тебя, сумку, а ты будешь ты!» Мне так хочется, чтоб стало ты мой! На паре лесу птица, на поле погручу, все борьба стремится! Смотреть на это выходил, а куда в луне? Безумен бегал и чудил, он видно в ссоре с головою, видно сам себя враг. Надо ж выдумать такое, вот дурак! На паре лесу мчится, на поле докручу, все борьба стремится. Крылья на дороге медленно шел ночной герой, весело хватый и седой улыбался. На бой без умчица, на бой но кручу, все борьба стремится. Серьезно, блин, так мало вообще. Я даже просто... Я ошалела, как мало. Привет, привет подошедшим всем. Офигеть, слушайте. Ну, я не знаю. Я, во-первых, касательно энергетики, тут, в принципе, мне кажется, можно было и как бы... Тут можно и не сомневаться, в принципе, да, в чем-то, что если мы оценим по 10-бальной, да, там шкале, что может быть меньше 10 у них. Скажите, пожалуйста, я не совсем знакома с их биографией, но вот этот основной, как бы, один из основных солистов, который вот просто вот такой, да, самый сумасшедший из них в хорошем смысле. А в чем прикол? Он, то есть, у него же, грубо говоря, получается, как или закрашены зубы передние, или их нет. Вот расскажите мне эту историю, пожалуйста. Слушайте, и плюс, конечно, что у меня... Мы слушаем, Джокер, привет, мы слушаем треки, да, но только лайв, в лайв-исполнении. Вот в чем прикол. То есть сегодня, то есть треки какие-нибудь там, не знаю, музыкальные композиции или еще чего-нибудь, только в лайв-версии. А, он, то есть, реально их потерял? Я думала, это специально, то есть какого-то вот кринжа ради, я не знаю, то есть там или... Ну, как вот есть там что-то, или закрашивают, или что-то надевают, якобы их нету, скрывают. Или там, ну, не знаю, или специально поворывал. Он их потерял в 10 лет, офигеть, прикиньте. Вот, уже в 10 лет ему была предначертана такая судьбинушка. Но позже потом вставил в начале 2000-х. Ну, понял, что не совсем, как бы, да? Камильфо. Слушайте, ну я обалдела, на самом деле. Во-первых, мне это дико мало показалось. По энергетике лично от меня здесь, ну, что может быть... Только выше, я не знаю, десятки. Сейчас, секунду. Так. Добрый вечер. Да, ну что, привет всем, привет всем подошедшим. Изюминка без зуба, да?
Хорошо, извинения приняты. Надеюсь. Больше такое кринжатина не повторится от тебя. Пельменевый ба. А то скажешь тоже, будешь писать потом. И она не называет меня, она меня не видит и все такое. Знаем ваших, знаем. Я удивилась, ну, как бы, что мне ближе, да, по энергетике, мне кажется, там просто вообще отвал всего. Там все волосы, наверное, на теле вывалились в раз. И плюс они все, я не знаю, конечно, опять же, плюс в силу того, что там как бы, ну, все прыгают, да, вот такой вот подъем энергетический, и маленькое, может, или, не знаю, большое помещение, в общем, жарко, им они настолько мокрые, или это выкладка, но я все-таки ко второму варианту склоняюсь, что это максимальная какая-то, ну, вот прям супер отдача, что вот, ну, прям, вот, не знаю, все на максимально, они задали вот эту волну, да, и все только присоединились к ним. Меня больше, конечно, поразило все-таки, все равно, как бы, как ни крути, лайв-версия отличается от оригинала записанного именно. Поэтому, то есть, так или иначе, ты какие-то вот моментики, отклоняющиеся от идеалити, скажем так, все равно можно услышать. Вот, ну, это, конечно, не Ольга Бузова, да, там. Ее, наверное, лайв-версия вообще, в принципе, наверное, нету, не существует. Но... Я, ну, тут, в принципе, как бы еще, я не знаю, это видео, в принципе, 99-го года, тут сложно еще что-то расслышать, какие-то прям, ну, супер грубые ошибки, я не знаю, не в ноту там или еще что-то. Я лично, наоборот, удивлена тем, что, наоборот, вот по вокалу они очень чисто, классно прям, и где надо прокричали, и где надо спели, и, в общем, прям в шоке, я не знаю. Ой, привет, привет, привет. Та-ра-та-там. В жанре детектив книгу я, к сожалению, не знаю. Единственное, но это даже не детектив. И опять же, боюсь спутать. Зеленый король. Вот. Ну, там не про детектив, но очень книга интересная, что первая мне на ум пришла. А так не знаю. Сегодня треки слушаем, но только лайв-версия. Вот. Касательно кринжа. Ну, что скажете касательно кринжа, смотря с какого поворота тут посмотреть и залететь. Ну, блин, они, конечно, вообще... Ну, я ж шучу, ну что, какой кринж? Кринж это будет, когда, я не знаю, мы включим в лаферте какого-нибудь там Скаль Миланы на фите с Ольгой Бузовой, например. Ну, например, так, навскидочку чуть-чуть. Вот то будет просто аут, блокаут, извините. Вот. Ну, что вы вот скажете? Вот каково ваше мнение по вокалу энергетики? Как бы заранее это примерно я уже понимаю, что вы можете сказать, но тем не менее... Домино. Не, ну там не будет кринжа, слушайте. Там, в принципе, кринж все его песни как таковые. Ну, касательно... А если чистенько поет вокально? Вот, слушайте, тут-то и вывалится что-нибудь у кого-нибудь. Кринж, когда его... Когда ты ворвешься, ты когда врываешься, это всегда кринж, да? Легендарность? Ну, слушайте... Ну, а если мы какого-нибудь молодняка, как оценить по поводу легендарности? Кто-то уже легендой стал, понимаете? Там, я не знаю, вот Киш, там кого еще, не знаю, Высоцкий, то и все такое. А тот же Буда какого-нибудь? Или кого еще там? Перекинулись, как вы по поводу легендарности можете оценить? Ну, тут как бы или ноль, или варьировать. Тут понятное дело, как бы... Я за все 10-10, ну, я имею в виду, кроме кринжа, естественно. Кринж это как бы такое, знаете, негативное, чтобы, если кто не понимает, это я сама для себя, да, прикрываюсь, типа, что кто-то что-то может не понимает, а я сама для себя, вот. Никак, вот я ж про это и говорю, то есть вот здесь касательно в этом конкретном случае кринж, естественно, как бы, ну...
0 баллов. Мы слабые звено, прощай. Перебуды. Перелучше. Ну, не, я на скидку сказала, слушайте. С этим столбиком? Ну, 0. Вот так будет, а чё? Как еще с этим столбиком можно поступить? Только так. Так, а чё у меня вот? А, по энергетике, мне кажется, 10. Вообще однозначно. Ой, чё? Ой, ну что это? Подождите, общий надо здесь делать. Так, сейчас, подождите, опять тут начинается долгодумье. Легитимность? Может, легитимность? Легитимность даже я не знаю. Еще легитимность. Я не знаю, что это такое. Легитимность знаю. Легендарность. Ой, блин, а что ты так долго грузишь? Опс. Ну. Вот так. Будь, да что ж твою маковку-то? Напомните, какой надо формат? Текстовый, наверное. Нет? Ну да, вроде да. Ну и вокал, слушайте, я буду примерно... Ой, подождите, чуть брови свои не стерла. Они у меня, конечно, забетонированы, но я их чуть не стерла, не содрала. Да не может там такое говорить, легитимность. Такое слово, наверное, нету даже. Ну, нет, я не буду утверждать, конечно. Может быть, это просто... Это не означает, что если я не слышала, что такого слова нет, понятное дело. Но все равно. Я буду ориентироваться касательно вока... Ой, сейчас я оглох, наверное. Я накажу тебя! Илюха! Привет, Лука Свицкий! Сегодня не слушаем мы трек, сегодня слушаем только лайв-версию, поэтому я чекнуть смогу. Ну, чисто исключение ради, или в конце эфирчика, или только во вторник. Ну, или потом сама, или потом сама, а потом тебе напишу, скажу. Вот выбирай, три варианта я тебе дала на скидочку. И Аркадий что-то прислал. Спасибо, спасибо. А касательно вокала, буду ориентироваться на то, что как бы, ну, примерно я знаю, как они исполняют там, грубо говоря, записы, как они звучат в записанных треках, да? Потому что мне сказали, что звук плохо идет, и поэтому мне надо говорить вот так у него. Вот если вот хотя бы вот так как-нибудь я поставлю его, вот так нормально меня будет слышно? Ну или повыше, ладно. Не знаю. Мне кажется, все нормально. Со всех сторон, понимаете, сыпется все. Вот кто-то все, какие-то одни эти нравучения, что ж такое? В общем, ладно, по поводу вокала заканчиваются мысли. Я буду ориентироваться на то, что я знаю, как они поют в записи, грубо говоря, и как они исполняют здесь. Для меня здесь, ну, я не услышала каких-то грубейших вообще там ошибок. Я не знаю, что еще можно. Да что, твою маковку. Так, наверное, это...